Всем привет! Сегодня у нас много посылок, по-моему, 15 штук их здесь. Ну, в названии видео вы все увидите. Давайте будем их распаковывать, смотреть, что нам сегодня заслали китайцы. Большие посылки, маленькие, самые-самые различные. Давайте, поехали. Первая посылочка. Большой коробочки довольно-таки. Так, состояние коробки так себе. Посмотрим, что здесь. Во многих посылках я не знаю, что находится. Так, это, по-моему, увлажнитель воздуха. Это штучки, с помощью которых он работает. Так, все. Инструкция, как он работает. На картинках только можно понять. Вот высота 29,5, диаметр, как видите. Все на китайском, но по картинкам. А нет, есть с другой стороны на английском. Как видите, наливается вода, вставляется трубочка. Он от USB. Это диспенсер, грубо говоря, увлажнитель воздуха. Здесь зарядка. Вот, здесь уже тоже вставлена эта трубка. Вы его подключаете к USB, к розетке, и тогда оно работает. Вот сюда выходит влага, пар, и увлажняет воздух. В общем, большой объем, надолго его хватит, но проверить его так просто мы не сможем, потому что нужно дистиллированную воду в такие вещи заливать, чтобы не было осадка. Вот здесь более крупно изображена инструкция. Ну, то же самое, просто на листочке распечатали. Все, в общем, вот такая штука очень необходима, если у вас сухие, особенно зимой, помещения. Ну и летом, наверное, тоже, если жарко очень. Вот, и нужно обязательно увлажнять воздух, особенно если у вас маленькие дети. Это чисто для здоровья. Продолжаем. Следующая посылочка. Что у нас тут интересного? Так, здесь рулетка лазерная на 40 метров, как здесь показано. Тоже я заказывал. Уже не буду долго останавливаться. Хороший, классный, проверенный инструмент. Заказывал уже, по-моему, 3 раза, наверное. И продолжают друг другу люди рассказывать и заказывать еще и еще. То есть вставляете батареечки вот сюда, 2 пальчиковые. Кстати, в комплекте нету. И она измеряет расстояние. В общем, нажали кнопочку, и расстояние лазером измеряется. Очень точное, довольно-таки очень точное. Причем можно измерять расстояние, например, стоя на земле, измерить расстояние в высоту, например, от 3-го этажа до крыши, стоя на земле, по формуле. То есть есть полный обзор для строителей, для тех, кто занимается ремонтом, просто для домашних условий, для удобства пользования. Очень классная штука, рекомендую. Обзор вот здесь вот в углу на видео будет ссылочка. Посмотрите, лазерный дальномер. Вот этот именно прорезиненный классный противоударный корпус. И, как я уже говорил, заказывал много раз. Отличный продавец и отличное качество. Точность и все прочее. Ну, поэтому и заказывают люди много раз его. Так, едем дальше. Что-то тяжеленькое. А, фары. Ой, фары, говорит. Лампочки автомобильные. Ну, тоже. Вот такие штуки на Али заказывать очень и очень даже выгодно. Отличная цена и неплохое качество. Рекомендую заказывать автосвет. На Алиэкспресс тоже заказывал неоднократно. Это не себе. Поэтому тоже отдадим заказчику без проверки. Продолжаем. Чехольчик. Так, вот такие смайлики. Наверное, наклейки. Подарок.
на Redmi 7. Кстати, на Redmi 7 чехол, телефон был у меня на обзоре вот только буквально там одно или два видео назад. Ну, не знаю, когда это выйдет. Силиконовый чехол очень классного качества. Soft Touch. Далеко не прячем, потому что у меня есть здесь где-то... Вот он. Еще один телефон. Тоже Xiaomi Redmi 7. Сейчас мы его и примерим. Так, пока в сторону. Так, продавец, как я уже говорил в прошлый раз, тот же. Хороший, надежный продавец. Вот телефон шел 15 дней. Вот он, Redmi 7. Global Version 3.32. Тоже ссылочку на обзор вот тут вверху оставлю. И сейчас мы только вскроем. Посмотрим наличие. Проверим, или работает. И отдадим заказчику. Хорошая упаковочка у Xiaomi. Все плотненько. Все красиво. Так, здесь чехольчик. Здесь телефончик. Там зарядка и проводок. Здесь, кстати, краткие характеристики, кто не знает. Очень хороший бюджетный телефон. $123 его цена. Так, ну вот все, он включается. Пусть себе включается. А мы поедем дальше. Так, тут офигенский кейс. Я от этого кейса тоже очень балдею. Тоже было это все у меня уже на обзоре. Вот хорошие вещи люди заказывают повторно. Щупы и это мультиметр. Мультиметр автоматический. Были такие с ручными настройками. Это автоматический. Он сам измеряет, сам выдает, все делает сам. Zoe ZT-S1. В противоударном корпусе. Обзор, ссылку оставлю. Все тоже очень хорошего качества. Получается, что мы распаковываем очень часто товары, которые уже были на распаковке. Но так как они хорошие, пользуются популярностью, пользуются спросом и заказывают друг другу. Заказал себе, потом заказывает еще, например, человек друзьям или знакомым. Вот поэтому так получается. Отличная вещь, рекомендую. Так, как вы видите, телефон включился, тут хочет происходить простые настройки, выбирать язык там и все прочее делать, я этого не буду, я его выключу. Вот, и пусть человек, который этот заказал, так как мы уже обзор сделали, сам снимет пленочку спереди и сзади. Я думаю, новые вещи всегда владельцу распаковывать тоже очень нравится. Если бы нам надо было делать обзор, мы бы, конечно, это сделали, а так доставим человеку удовольствие. А, чехол мы хотели примерить. Да, но он в пленке. Ну ладно, попробуем сейчас в пленке. Думаю, вот эта пленка не сильно помешает. Не снялась она потом вместе с чехлом. Так, ну вот, отлично, сел. Все красиво, все совпадает. Отверстие, все немножечко вот здесь мешает, пленка скомкалась. Ну, будет красиво. Такой черный с красным. Классическое сочетание. Все, ну и, конечно же, есть чехол отдельно свой. Пользоваться можно и им. Так, дальше идем. Вот такая у нас очень интересная, прикольная посылочка. Итак, это Bluetooth колонка, танцующая Bluetooth колонка. В виде вот такой вот собачки с прикольными ушками.
руки, ноги, не знаю, что у нее тут двигается. Кабель для подзарядочки. Так, здесь включается, выключается. Пауза. Нужно подзарядить, вероятно. Сейчас подзарядим и продолжим. Так, я немного его подзарядил. Так, на телефоне он определяется вот как Smart Dock. Ну, типа умная. Все, просигналил, что мы подключились. И включим музыку. Вот здесь динамик. Играет он довольно-таки нечисто. Но здесь смысл, конечно, не в музыке, а просто... Ну, вот такая забавная игрушка. Прикольная. Конечно, не стоит рассматривать это как полноценную музыкальную колонку. А так, скорее, для детей забава. Которая совмещает вот такое прикольное движение с музыкой. Зажали кнопочку, он выключился. Так, дальше. Продолжаем. Бутылочка. Так, бутылочка вот с делениями на 120 мл. Так, эта баночка служит для подачи капельной какой-нибудь жидкости, спирта или флюса для пайки. Туда вы наливаете, например, спирт. Здесь есть насос внутри, и вот так он подает сюда буквально капельку вещества. Вы тампоном или там щеткой вы ее берете, чистите свои там или размазываете эту жидкость, свои детали. Причем, а все остальное у вас... То есть это точечная капельная подача необходимой вам жидкости. Вот так вот таким способом она подалась. Вы забрали сюда с этой, но не вытекает. Здесь такая вогнутая поверхность. Закрыли, и опять оно стоит, не испаряется. В общем, это для удобства. Вот такая вот классная баночка. С таким маленьким насосом, с такой вот подачей. Идем дальше. Здесь, скорее всего, стекло. Так, две салфетки, наверное, два стекла. Да, два стекла. Стекла, по-моему, на Redmi Note 5 белого цвета. Ну, естественно, он на страничке заказа. По-моему, есть стекла на разные модели и, естественно, разные цвета. Стекла целые. В этой коробке всегда целые стекла. Так, это флюс. Для пайки. Флюс для пайки с отдельным шприцом, с иголками. Вот такой вот он в шприце. Тоже интересный такой товар, но довольно специфический. Так, ну вот это, вероятно, поршень, чтобы выдавливать. И два шприца наполненных. Как ходили раньше в... До революции на обувь одевали калоши. Это было обязательным. Потому что обувь была не очень там крепкая, наверное, или очень дорогая. И ее оберегали с помощью калош. Сейчас в Европе особенно это тоже очень-очень модно. И все это и практикуется. Хотя, конечно, это все производится в Китае. Вот видите, китайский абсолютно с иероглифами мешочек. По размерам выбираете себе обувь, вот эту резиновую, надеваете на обувь и смело гуляете и не промокаете. Особенно в странах, где много и часто идут дожди по сезонам. Это классная штука. То есть это специально калоши для обуви. Ну, калоши, может, сейчас они так не называются, но это не на голую ногу, а на обувь одевать. Ну, китайцы делают все, что нужно людям. Прикольно. Так, продолжаем. Так, что-то тут намотал. Намотал ли так, что не, до... не долезешь? Ну, будем долезать.
Так. Это тоже что-то из разряда электроники. И тоже, вероятно, мы уже заказывали. Да. Напоминаю, это термометр с термопарой. Вот в таком кожаном чехольчике идет. Тоже на батареечках. И очень точное измерение с помощью вот этого щупа температуры. И так он тоже измеряет температуру. Вот, просто без касательно. Там, например, вот сейчас в помещении включил бы, он бы измерил. Вот. Тоже я ставлю ссылку на обзор. Есть там более подробно, более понятно. Сейчас мы не будем долго останавливаться, потому что видео и так затянется на очень длительное время. Продолжим. Так, карты памяти. С адаптером, как видите, 10 класс, 32 гигабайта и стоит там 3-4 доллара, вот так, в таких пределах, 3 с копейками, ну там цена может меняться. И именно вот, не то, что обязательно вот это какая-то фирма, то есть фирмы там no name, можно сказать, малоизвестные, но их много, то есть много сейчас есть фирм в Китае, которые такие вот довольно объемные, вот 32 гигабайта стоят довольно дешево. Проверили, потестили этой программкой, все совпадает, заявленные характеристики нормальные, то есть и объем, и скорость, все совпадает. Так что, если нужна недорогая карта, в Китае покупать очень даже хорошо. Так, протестил флешку, вот результаты тестирования, смотрите, без ошибок. Объем памяти нормальный, скорости вот тоже 9,5 и 27,2. Тест без ошибок. В общем, флешки абсолютно годные. Так, что у нас тут напоследочек остается? Так, это флаги. Флаги вот такие, нашивки. Купил их для себя, хочу приклеить, пришить. Оно, по-моему, утюгом клеится. На рюкзак. Мне кажется, его, если вот так утюгом приложить, оно должно... Ага, тут вот липучка. Вот видите, как оно на липучке. Значит, это липучку надо пришить или приклеить. И дальше на липучку вешается флаг. Вот. Так, еще одно. Тут, возможно... Тоже флаги. И я вот был в других странах, если где-то путешествовал, тоже хотел купить там такое. Но оказывается, купить их там, ну, практически нереально, невозможно. Не найдете. А вот на AliExpress буквально тоже за небольшие деньги. Ну, здесь такой же принцип. Липучка и этот. Легко найти страны любых, флаги любых стран. Вот и все. Так что, если вы такое вот вы ищете, лучше всего, оказывается, покупать не в той стране, а даже если вы найдете в той стране, где вы путешествуете, оно будет стоить намного дороже. А так, чтобы обозначить и напомнить, ну, на память оставить где-нибудь флаг, то вот можно купить на AliExpress. Ну что, на сегодня все. Вот такая была распаковочка сегодня. Довольно много интересных товаров. Ссылки все будут под видео в описании, ролики, те, которые упоминались, товары, тоже будут вот здесь вверху по ссылке, я ставлю еще, может быть, под видео тоже в описании, кто захочет более подробно о каком-нибудь товаре посмотреть видео, пожалуйста, нажимайте кнопочку еще под видео, и раскроется описание, и там будут все ссылки на товары и ссылки на ролики. Вы были на канале «Взагали по загалям», всем пока!